точнее, наблюдаем за их приготовлением. Так что после мы расскажем о всех достоинствах этой варочной панели, но, честно говоря, я бы себе такую поставил. Самое главное, что пальчик-то не обжигаешь, когда вот эти штучки делаешь, манипуляции. Для меня это важно. Я люблю здоровые пальцы. Скажи, да, здоровые пальцы. Да. Скоро лето. Будь в форме. Панельную форму. А еще для меня всегда полезно, когда есть автоматический режим. Но я не профессионал, и поэтому я только учусь. И здорово, когда есть режим, выбрал, поставил, все, для определенного блюда, там 5 режимов. Да, там точно 5 режимов и для фритюры, для варки. Можно даже не думать о том, что у тебя убежит какое-нибудь там молочко или супчик вдруг выкипятится, потому что это же умная варочная панель.